Я в домике. Это заперто, я не в домике, простите, я ошибся. А, он еще дома бегает. По полям, по паркам. Данжен мастер Ключик едет к вам. Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в DPL Man. Внимание, всякие вспышки здесь. Будем знать, спасибо. Уже музыка пугающая. Какой-то бледный мужик. Пошли его искать. Что у нас там, подожди. Ходи, прыгай, бегай, смотри, вроде обычно все. Тю-тю-тю. Такие звуки прикольные. Тю-тю-тю. Ну давай, рассказывай. Еще и сложность есть. Давай по харду. Почему бы нет? Ой, пугает музыка, мать. Боже, лавочки, только не лавочки. Огонечек, а это курсор. Хорошо. О нет, я что, прямо на этой лавке уснул здесь? Ну ты вообще, пьянчуга, слушай, имей совесть. Мне стоит домой пойти уже. Такие жуткие деревья, посмотри, просто жесть, а. Детская площадка здесь? А что ты спал в этом месте, интересно, мужик? А прокатиться можно? Ну как нельзя, ну вы чё? Ой, ещё активная, посмотри, а? Нихера себе. Ту-т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 у. Допустим. Чё у вас здесь? Ой, чё там мигает, спокойненько. Текстурка, ты чё не борзей? Мусорка, так. Это просто мусор. А чё-то похавать там, попить не осталось, а? Может, выход здесь прям, нет? В этом лесище? Какой туман, посмотри, мать. Так, куда я попёрся, интересно? Может, надо было вообще в другую сторону идти, я не знаю. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, я по лесику пойду. Это что такое, какой-то чемодан? Нихера себе комбинации, ну ты вообще слышишь. Это что были за звуки, это что такое? Кто это бзданул, а? Три шестерки. Нет, может, три семерки бутылку взять, нет? Ну что? Ох, твою мать, он уже здесь, серьезно, ты что, мужик? Не-не-не-не-не, извините, я ошибся, серьезно, я просто... Какого, сука, хера? Капкан здесь. Ты чё? Ох, нихера ты какой. Сука, страшный, подожди. Спокойненько стой. Нихера себе, обнимашки, вы сдохли. Это называется, типа, тяжело от него не убежать? На высоко, типа, он быстрее бегает? Я ж со всей дури пытался бежать. Ну, сука, и рожа, прям мурашки пошли. Там чемодан, получается, есть, прекрасно. Опять пропился, боже. На лавке уснул ночью. Хотя бы надеюсь, штаны у тебя остались, а? Так, куда же бежать? Тут тупо тупик и все, да? И лавки тоже и все. Могу бесконечно бегать? Это полезненько. И как же мне от него убегать тогда? Лавка здесь, светик здесь, кустик здесь, нихера нет. Ну, конечно, пугающие корни, слушай, а? Что-то валяется, стоит. Капкан опять. Ты что, поехавший, серьезно? Это что такое? Цветочки. Охеренно, какие цветочки нахер здесь? Разве это клумба? По-моему, это просто могилы? Грязь. Надо лопату, чтобы это раскопать. Какую нахер лопату? Где тебе лопату? Опа, на сортир здесь какой-то. Местный, здрасте. Тю-тю-тю. Металлический ящик. Заперто здесь. Тю-тю-тю, что за сука? Паучок, спокойно, просто паучок. Нежный паучок, а чё нихера нет? Какие-то зерна здесь, семена. Мне что-то хавать, а? А что-то еще в этом месте есть? Нахера приходил сюда, подожди. Может, комбинация здесь? От моего чемодана? Серьезно, что за бред? Э? А где лопата, а? Чем копать? По-моему, сука, слева идет, или мне кажется? Не, показалось, я надеюсь. Я просто побегу по лесу, тру-ту-ту. Ведь так? Че, никого нет, э? Может, она по центру где-то здесь, а не по краю? Подожди, где я бегаю? Спокойно, что как-то тихо стало, мне не нравится это. Везде капканы, а? Да не просто везде, охереть. Так, спокойненько. Кого мы ищем? Чем? Чё? Нет. Нет, 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 нет. Сука, как мне убежать? Мужик валяется здесь, прекрасно. Охеренно просто. Я в домике. Это заперто, я не в домике, простите, я ошибся. А, он еще дома бегает. Да это, сука, бред. Что мне делать? Вы что, издеваетесь? Нет, простите меня, пожалуйста. Капкан сами, может, встанете, нет? Я умоляю вас. Да я не могу от него убежать. Что за бред, если прыгать вот так? Банни-хоппинг там, все дела. Надо спасаться. Охеренно спаслись, прекрасно. Ну, мразь. Ладно. Все равно харда, не сдамся. Такая паскуда бледная, ты посмотри. Мужичок с гармошечкой, ты здесь, э? Да где был жмур, э? Капкан здесь? Где-то, походу, здесь. Вот, добрались, добрались. Так. Чё у тебя такое? 482.
какой-то местный фермер, хорошо. И мы прям вот так бежать к нему? Он же оттуда приходит. О, охеренно. А, ловушечка, прекрасно. Ну, теперь я комбинацию знаю. Прям туда сейчас налево и пойду. Лучшая просто идея. Так, 4-8-2. Надеюсь, комбинация не меняется, а? Это прикольно будет. Сейчас пойдем мы домой с тобой накатим. Не переживай даже. Так, я уже здесь. Все быстро получилось. Так. 4-8-2. Ключик просим. Рушу, он здесь. Я бегу. Меня там не было, отвечаю. А дом аж получается вон тут левый, а не правый. Или это от этого ящика, подожди, ключ. Давай проверим первый сначала домик. Где цветы, получается, правильно? Правильно. Сейчас все будет. Сейчас эту собаку я поломаю. Тихо. Капканчик, подожди. Па-па-па. Это забор. Че, я вообще гоню уже, что ли, а? А где дом? Дом пропили. Где дом? Он здесь. Нормально все. От тебя ключ? Заперто, сука, не от этого места. От того дома реально дальнего. Сейчас он придет, да? Где был домик здесь? Прям где-то около мужика, по-моему, да? Ой, сука, что так страшно здесь? Успокойтесь. Я какой-то шум слышу опять. Где-то, сука, дышит своим дыханием немытым, бледным, а? Мужичок, так. Здесь нет? Домик, тихо. Та-та-та-та-та-та. А запереть можно? Ой, спасибо, все. Лопата здесь, сейчас будем копать. Охеренно просто, дай сюда. Ух, сука, зашибу лопатой теперь-то, а? Я пошутил, простите, нет. Но я не убегу от него. Ну что за чушь? Он оббегает, стой. Сука, потерялся в лесу, подожди. Как от него спастись, мать, а? Я ж невидимый, сука, мышка, наружка, там капкан, и стой. Все, беспалево. Где вход в это дерьмо? Подожди, я не вижу. Цветочки. Ну, сука, сейчас лопатой всеку, уйди от меня. Капканчик, кыш, я перепрыгнул, есть. Ну, это, походу, все. Нет, оббегай лес, пожалуйста, мужик, имей совесть. Да ты мразь какая, посмотри, а? Как же это сделать, а? Мразь? Хардась? На кошмаре уже пытаться не буду. Мне нужно пойти домой. Серьезно. Успокойся, пьяница. 4-8-2. Это знает вся семья. Да возьми ты ключ, мать твою. Не хрустите, пожалуйста, спокойненько все. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-ра. Прям вот так пойду по лесу и все. Напрямик. Подожди, где я? Мужик, только мужик здесь. Надо было еще левее идти. Охереть. Все, домик. Ты мой родной. Где в дверь тут здесь, господи? Дайте лопату. Да сука ты такая немытая, ты посмотри. Нет. Он реально по кругу этому ходит, получается, и все. Я по этому кругу вот так и пойду. И до того домика дойду. И зерна поклюю. Ой, еще смотри, разные фильтры есть. От Соньки первой. Черно-белый есть. Не отвлекаемся. Мы смогли убежать, боже, прям не верю в это. Еще раз он здесь. Тихо. Капканчик, хорошо. Че копать? Грязь. Нихера нет. Тут тоже нет. Сейчас он придет. Подожди. Ключик, прям здесь. От ящика, надеюсь, а? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Опа, пистолет. 6 пулек есть. Болторезик. Кабинетик, паучок, сука, не пугай так, мразь, я забыл про тебя. Допустим. Спокойненько, теперь мы с оружием. Я надеюсь, мы сможем спастись. Ведь так? Он, пойди, там гуляет, да? Вот так по кругу и пойду. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты здесь, э? Братишка. Так, что рубить? Кого рубить? Болторез. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Никого нет. Мужичок. Старичок. Хорошо, комбинация одна только здесь. Чемодан здесь. Это прекрасно. А что рубить? Подожди, где выход здесь? Прямо около этого места, где я взял болторез, что ли? Не может быть. Где цепь здесь? Или прям в парке в начале? В парке нет? Где цепи здесь? Пропили все. Решетки есть. Цепей нет. Какого хера? Спокойненько, мы спасемся, отвечаю. Уже здесь? Да что рубить вашу мать? Нет! Братик! Ты серьезно? Ты что, мразь? Вы сдохли! Откуда ты взялся, сука? По харде? Я не сдамся. Плешивая, бледная сволочь, а? Дай сюда.
И прям вот так, нет. Да ты уже здесь, серьезно, ты чё, мразь? Нет! Какого хера? До этого мы убегали нормально вроде бы. Охеренно. Лесные приключения просто опять у нас. Мужик, здорово. Мы опять гуляем, понимаешь? Ловушечка, прекрасно. Какая ж мразь бледная, немытая. По полям, по паркам. Данжен мастер ключик едет к вам. Тут по лесу тра-тя-тям. Лопату, бери лопату быстрее, бежим, все. Он пойди там сзади. А, уже чемодан прямо здесь, это прямо в этом месте было? Твою мать! Дом прямо около чемодана оказывается, так близко. Ой, поехавшая, сука, башка. Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Я с лопатой тру-тю-тю. Тю-тю-тю-тюм, тю-тю-тю-тюм. Да, сука, чё ты палишь сюда? Твою же мать, дебильная. Паучок! Не встревай, брат, подожди. А я сразу порезать и все. Все, болторезик. Та-та-та. Чё, получилось? Все? Его даже не было. Та-та-та-та-та-та-та. Вы смогли спастись. Но бледный человек все еще преследует вас. В ваших снах навеки. Какая же мразь. Офигенная игрушка, а? А чё интересно с его убить? Ну-ка, медиум. Ну просыпайся, ряха немытая. Давай поднимайся со своей лавки. А, ну ближе получается, прям здесь ящик. Дистанция маленькая получается, видишь? Где же домик? Ня-ня-ня-ня. Ой, здрасте. Нет, вам показалось, я ищу домик. Даже так не убегу, серьезно, э? Нихера ты борзый, слышь? Очко немытое, ты посмотри. Так, пойди, отдаляюсь я. Так, это место. Отстали, музыка пропала, хорош. На медиум, получается, можем убежать хотя бы. Это успокаивает. Ой, сука, все пугает, конечно, эти корни здесь. Я иду копать, все, сейчас все будет. Та-та-та, та-та-та-та. Пара-пара-пара-па. Паучок, твой выход. Тогда мы 4 на харде пальнули. Выход здесь. Очкошник, я здесь стою, подходи. Я пришел вообще пустая рука, слышишь, э? Отвечаю. Только маленький самый пистолет и все. Не обижайся. Ну где ты есть, черт, э? Плешивая бледная сволочь, а? Вот очкошник, твою мать, а? Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Бледненький сюрприз. Ну, сука, все, конечно, охранник здесь, а? В этом парке. Да где он ходит там, а? На обед ушел, что ли, а? Опа-на! Здрасте! И чё мы здесь ходим? Пыш! 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 Прямо в грудь! 3 хватает всего, да, на медиуме получается? Контрольный! И для Аники тоже. И спинку почесать. Все, мужик, я пойду. Хороший, конечно, у тебя парк был здесь. О, лопата осталась. Можешь его закопать, нет? Не, нельзя. Кыть-кыть. Есть. Что-то другое будет, интересно, нет? Валяется ряха, посмотря. Вы смогли убить бледного человека и спастись. По крайней мере, пока. 2 концовки здесь. Охранник херов, ты посмотря. Нужно меньше в парках пить. Особенно в детских. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся.